Долго искал, так и не нашел, как сделать в Unity кнопочки со своим форматом. Случайно, как говорится, нашел сам. Так, что делаем? Берем, вырезаем. Формат должен быть у нас, сразу скажу, кратный 32. Точнее, двум. То есть это 2, 4, 8, 16, 32, 64. Давайте проверять. Так, обрезаем лишнее. Это PaintNet. Изображение обрезать. Проверяем, сколько у нас тут высота получается от 0 до 12. Значит, нам надо будет увеличивать до 16. Опять же, выделяем побольше, то есть с того места, где начинается повторяться. Можно сразу задать размер полотна. Пропорции убираем, здесь ставим 16. Окей. Вот. Вставляем то, что скопировали. До 16. Ага. Так, теперь нам надо что? Вторую часть сделать также до 16. Ctrl-V. Перемещаем ее сюда. Смотрим сверху, чтобы было у нас 16. Вот оно у нас. Теперь опять выделяем вот это. Делаем изображение обрезать. Получили у нас изображение размером 16 на 16. То, что нам надо. Сохранять им. Так, сохраняем мы у нас сразу в ассет. Это у нас будет батонгери. Так, сейчас мы ее доделаем, прежде чем совсем уходить. Выделение. Удаляем уголки. Сына, тихо. Через кнопку D удаляем выделение. Сохраняем. Закрываем. Больше PaintNet нам не нужен будет. А, это, пардон, это нам отмена. Так. Не сохранять. Так, вот он наш. Так, топ единственный. Я его не вижу. Наш имидж. Вот он, зеленый. Так, давайте добавим новую кнопочку. Offset. И потом. Вот она такая невзрачненькая, которая нам не нужна. Делаем ее нужного размера. Все, вроде бы. Но если мы сразу же утащим вот это вот. Делаем выбор нашей. Видите, что получается по краям? Ерундистика. Поэтому Ctrl-Z. То есть это неправильная кнопка. В принципе, вот внизу справа, вот в каком запечатлена она в виде. Поэтому мы на ней жмем правой кнопочкой. Выбираем, что это у нас GUI. Так, дай бог памяти, только что делал. Так. Так, сын, сын отвлекал. Вот, собственно говоря, берем и задаем, что это у нас будет GUI.
Формат. Макс сайз 32. Апли. Все, давайте проверим то, что получилось. Берем кнопку. Опять выбираем. Где она у нас? Отсутствует теперь. Опять не то сделал. Давайте Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Сколько раз, не знаю. Так. Sprite Editor, вот она. А я все думал, куда она делась. Апли. Что нам нужно задать в Sprite Editor? Нам нужно задать наши уголки. Раз, два, три, четыре. Четыре. Есть. Топ 4, right 4, bottom 4. Все, вот это наши углы, по которым будет, собственно говоря, выстраиваться наша кнопочка. Теперь Apple. Готово. Вот теперь мы ее можем спокойненько тянуть сюда. Смотрим. Все. Наша закругленная кнопочка нужного нам вида. То, что нам надо. Собственно говоря, таким же образом можно делать фигурную кнопочку. С углами, естественно. Вот так вот, не используя лишних GUI. Хорошо, на этом пока все. Я запомнил.